Всем привет! Съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять» вышел «Зайчик погулять». Канал обо всем. Сегодня я покажу литературу. У нас пополнение, фотобиблиотека, фотодело. Давайте посмотрим. Фотографируем без ошибок. Библиотека фотолюбителя. Искусство. Давайте посмотрим. Откроем. Состояние прям идеальное. 1961 год. Государственное издательство. Москва. 1961 год. Библиотека фотолюбителя. Выпуск 23. Курс притчи. Фотографирование без ошибок, предупреждение и устранение фотографических ошибок. Перевод с немецкого А. Телешева. А автор, я уже говорил, Курт Притчи. Всего лишь три главы. Вот. Анонса здесь нет. Предисловие. 55 копеек стоил в свое время. Давайте обратную сторону посмотрим. Все исходники проверим. Значит, здесь есть замеченные опечатки. Ну и в этой книге, в этом учебнике защитные лаки, описаны способы, как избежать ошибок при фотографировании, и, естественно, при фотопечати, при проявке, при фотопечати, чтобы эти ошибки были, скажем так, чтобы не допускались, учтены. Ну вот. А состояние, смотрите, прям как будто вчера из типографии. Еще раз напомню, что съемка велась для канала «Раз, два, три, четыре, пять». Вышел «Зайчик погулять» канал. Обо всем подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте и до новых встреч. На канале лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Всем пока-пока.